Привет, подписчик, если хочешь увидеть, как взять 3D Skybox, то ты пришел по адресу. Погнали! И всем привет, с вами я, Хаммерус, или же Александр. И сегодня я вам расскажу, как в Hammer Editor сделать 3D Skybox. Для этого, на самом деле, не очень нужно сложно сделать ничего сложного. Вот, например, вы создали карту, что вам нужно сделать? Делайте где-нибудь под картой или где-нибудь еще маленькую, поменьше там такую вот местность, тоже со скайбоксом, и текстуру уменьшить надо. Короче, берете, я это число скину, вы берете ее, вставляете сюда и сюда, нажимаете apply, готово. Спросите, что будет показывать? Все, что в этой зоне. Вам нужно для начала вот эта вот хренотень, скай-камера. Вы ее ставите, просто ставите, и делаете ее на уровне земли, наполовину он должен быть в земле, наполовину в высоте. Объясняю намного легче. Наполовину эта фигня должна находиться в земле. Вот, чтобы крестик у него был посередине. Берете вот этот вот Light and Woman, или вот этот вот, короче, солнечный свет, тоже делайте, короче, как вам надо. Все, готово. Берете пропы, маленькие ставите. Сразу вам говорю, вот это вы. Это будет ваша база. Вот эта карта. Так что, спасибо за просмотр, с вами я был Хаммерс, или же Александр. Ничего сложного нет, ничего настраивать не надо, кроме текстурок. Делайте, короче, скину в описании. Просто сделайте, как я сказал. Ну, пока.